Вы можете не обращать внимания. Я, кстати, учусь таким образом. Очень, говорить кратко, емко, хотя пока еще с трудом получается. Но учусь говорить, потому что передавать такое короткое время всю суть информации — это очень ценный навык, и я этому учусь. Итак, это вторая часть про видение, когда я первую вот здесь вот прикреплю. Это когда у меня стали исполняться негативные все мои желания, видения, которые я просто насувала от балды, да, из состояния, когда у меня болело тело, да, когда у меня были там панические атаки и все такое прочее. И я запустила вот этот вот круг, желания, они стали исполняться. И теперь я учусь реально управлять своим состоянием. Это трудно, и самое главное, ты видишь другое в этом состоянии, и ты не зацикливаешься, да, на чем-то. Вот когда именно ловишь это состояние, и вот сейчас я этому обучаю, поэтому... Ой-ой-ой-ой! Смотрите, кто на меня присел. Здесь фу, фу. Видите, какой? Это знак. Сейчас. Я не люблю жуков майских вообще с детства. Как он у меня запутался в голове. И поэтому я вас приглашаю в свой телеграм-канал, где просто даже побыть в моем поле, да, кто смотрит предыдущие видео, можете понять, кто я. На всеуслышание, конечно же, я этого не скажу. Ну, вот у меня вот лично такое мнение по поводу себя. Ой, какой красивый кот идет, офигеть. Да надо же. Вай-вай-вай, первый раз такого вижу. Вот, и вы можете посмотреть, у меня очень много видео. Я очень многогранная, разносторонняя личность, прохожу все на себе, да. И у меня он будет 4, 5, 6 мая живые видеосозвоны по тому, что я буду показывать, как строить и научиться чувствовать видение, состояние. С каждым будут разборы ваших желаний. То есть вы не уйдете до тех пор, пока вы не поймете, что это такое, да. И на третьем дне, первый день это как опыт, да, я все буду рассказывать об этом. Второй день мы будем работать с вашими видениями. И на третий день я передам практики потоковые, да, что придет, потому что у меня инструментов очень огромное количество. И все это практически через творчество и женскую энергию, такую первобытную, да. Поэтому переходите в телеграм-канал, подписывайтесь, пишите. И также записывайтесь на безоплатные разборы сразу запросом, который вас интересует. Вот. Всех жду.